Сотрудники Казанского федерального университета представили свои разработки в подготовке дорожной карты цифровой экономики по VR-технологиям. Ее защита прошла в рамках ежегодной конференции цифровой индустрии промышленной России 2019 в Иннополисе. Мы принимали участие в качестве экспертов по виртуальной дополненной реальности, потому что мы, в принципе, достаточно много в этом комьюнити общаемся, и у нас очень большой научный и релевантный опыт, очень большой продакшн и релевантный опыт. Мы говорили, в том числе о наших разработках, их не так уж и мало, это виртуальная лаборатория, виртуальная хирургия, которую мы внутри КФУ разрабатываем. В рамках дорожной карты свои прошлые проекты и будущие разработки представили сотрудники научно-исследовательской лаборатории дополнительной виртуальной реальности и разработки игр Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ. Сейчас сотрудники занимаются научным проектом по замеру эмоций, чтобы виртуальная реальность подстраивалась под состояние человека. Все началось, наверное, с размышления о том, как сделать обучение виртуальной реальности более захватывающим и интересным. Виртуальная реальность позволяет погружать человека в среду благодаря эффекту иммерсивности. Но было бы интересно, чтобы эта среда еще и под человека подстраивалась. Для этого мы берем эмоциональное его состояние, измеряем с помощью специальных устройств. Это там и ЭКГ, и ЭЭГ, какие-то другие датчики. И в конечном счете получаем полную его эмоциональную картину. То есть как человек себя чувствует, что он ощущает в данный момент, например, зол там или ему скучно. И под это подстраиваем виртуальную реальность. Сотрудники лаборатории отмечают, что имеют большой опыт в научных и коммерческих проектах и надеются дальше развивать проекты с дополнительной и виртуальной реальностью. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.